Понедельник на улице Советской в Ижевске образовался провал. В яму влетело сразу два автомобиля. На следующий день ее засыпали, однако позже опасный участок снова начал проседать. Дорожникам пришлось повторно засыпать яму и заливать ее асфальтом. Во вторник, 2 апреля, часть жителей Ижевска остались без электричества. Обесточенным оказался комплекс зданий «Нити Прогресс» по улице Пушкинской. Также проблемы возникли на центральном узле сети «Марк», отчего у части ижевчан пропал интернет. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова попала в рейтинг Forbes 30 до 30. Олимпийская чемпионка вошла в список перспективных людей страны, которые в возрасте до 30 лет получили признание и стали известными на всероссийском или даже глобальном уровне. Ближайшей ночью в Ижевске, а в субботу по республике ожидаются небольшие осадки. При этом в регионе будет тепло. В воскресенье циклон принесет в Удмуртию умеренные дожди. Возвращение хорошей погоды синоптики прогнозируют только во вторник, 9 апреля.